Всем привет, друзья! Вы смотрите мультик Плеер. Сегодня у нас с вами существа сценарий. Вышло новое существо, Мелитруа. И оно опять в секретной миссии. Сначала мы все думали, как же его сделать. Оказалось, что мы всем серверам, которым играли, думали правильно, но немножко не так. А что мы думали, написано в записи нашего сообщества на нашем канале мультик Плеер. Обязательно следите за теми сообщениями. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, а я сейчас расскажу немножко про Мелитруа и расскажу, как его получить. Его вы можете купить, не выполняя миссии, за 1250 грибов. Он попадает из травоядной гачи или из случайной гачи. Вы можете его получить. Что у него есть, у этого Мелитруа? Это здоровье 6000, вы представляете? Вообще в шоке. Урон 350, он ходячий, растет 50 минут, 25 тысяч веса. Вы только представьте, у него есть защита от кровотечения 80%. Это вообще круто. Планировалось, что оно будет полуводное, и, скорее всего, оно скоро будет полуводное, поменяется. У него есть неуязвимая способность у Мелитруа, она пассивная, то есть она позволяет существу быть невосприимчивым к физическим атакам, как разрыв костей или связок. Вот вы представляете, я вот несколько раз с разными заходила, я морским делала. Оказалось, что не так. Я бы уже давно его выбила, но просто использовала не то существо. А потом уже, когда узнала, что это не так, немножко поиграла и поняла, что это будет слишком долго. И потом сделаю. В общем, так. Сейчас я вам расскажу, как ее сделать. Создаем полуводное травоядное существо. Можно выбрать Мурлока, можно бы выбрать Миг. Как кто вам больше нравится, того делаем, это не важно абсолютно. Заходим этим существом, именно им, что интересно. Идем с вами к воде, и нам с вами нужно съесть 300 морских деревьев, вот таких вот. Это очень-очень много, вы представляете? Для того, чтобы побольше его съесть за один раз, нужно дождаться очень большого голода этого существа, чтобы за раз съесть. Но один очень важный момент, о котором я чуть-чуть уже сказала, проговорилась, как-то говорила о миссии, это то, что за один сеанс, за одну игру это нужно сделать, не заходя в меню, не выходя из игры, за одну жизнь. Точно так же, как было с зентинами. Точно так же и здесь. Все за один раз. 300 вот таких деревьев. Погнали. Едим их и едим. Он пока не голодный. В общем, мы ждем. Вот так, друзья. Такая секретная миссия. Надеюсь, вам это поможет, и вы сможете выбить себе это существо, если вы хотите. Желаем вам в этом удачи. Подпишитесь на канал. И до встречи в новых видео, друзья. Пока-пока.